Вы на канале «Растяжка с Кутузовой». И сегодня я хочу затронуть очень важную тему, как патологии позвоночника шейного отдела. Поэтому сейчас упражнения будут на шею. Крепление шейного отдела очень важно в дальнейшем. От этого зависит, насколько у нас будет четкое зрение в будущем, насколько у нас будет подвижность головы в будущем. От этого зависит и наше психосоматическое состояние, потому что снимаются зажимы. В общем, очень важно уделять время шейному отделу позвоночника. Поэтому начинаем. Первое у нас упражнение очень простое. Мы упираемся рукой в висок и выполняем сопротивление. То есть у нас голова должна оставаться вертикально, рука давит на висок, либо на за ушком часть. А голова сопротивляется и в другую сторону давит. То есть у нас происходит сопротивление, и тем самым напрягаются мышцы на шее. И держим так от 16 счетов. Держим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сильно давим, бицепс напряжен. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, медленно расслабляем. И вот сейчас важно вот это напряжение шеи снять, небольшие покачивания. Другую сторону точно так же. Поехали, давим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опустили ручку, ручки расслабились, шейка тоже расслабилась. Она у вас как в невесомости становится после этого давления. Дальше. У нас руки упираются ладошками, вы можете на что-то лечь. Я просто люблю давить, вот я локтями отвожу назад, а шею вдавливаю вперед. Можно руки опустить на стол, надавить шеей, а стол будет сопротивлять, соответственно. Я люблю отводить, чтобы работали еще лопаточки. Сжимаем ручки в замочек, можно положить между лбом и ладошками что-то, чтобы не было больно. И тянем. 1, шея вперед, оттягиваем назад. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и медленно выходим из положения 8. Покачали головой. Дальше упражнение будет на растяжение шейного отдела. Хоть многие говорят о том, что шея это очень опасный участок позвоночника, который трогать не стоит, и может трогать только там остеопат и так далее. Я считаю, что каждый должен по своему ощущению, но заниматься шейным отделом и растяжением, и подвижностью его, и также укреплением. Вот сейчас будет растяжение. Мы берем за противоположное ушко, опускаем плечико и наклоняем шейку. У нас голова тянется вниз, а шейный отдел как бы вытягивается наверх. Можно даже немножечко опустить руку вниз для того, чтобы, ну, точнее, немножечко совсем вытянуть и потянуть вниз для того, чтобы было натяжение. Растягиваем. 1, 2. Для девушек, ну, в принципе, для мужчин это упражнение очень хорошо тем, что оно открывает нашу шею, потому что со временем мы всегда сутулимся и шея становится короткой. А в это упражнение удлиняет шею нам. Медленно перенесли на другую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, медленно выросли 8. Мы беремся за затылочек,
локти сводим, опускаем, у нас ровная спина, не сгорбливаемся, опускаем только шейку вниз, подбородок касается почти груди, и наши позвоночники шейные вытягиваются наверх, то есть сопротивление опять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, а раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и медленно выросли, восемь. Ручки раскрыли, шейку расслабили. И теперь мы работаем на подвижность шейного отдела. Мы опускаем ручки в упор, ставим, опускаем шею вниз, голову вниз, шея наклоняется. И делаем маятниковое движение вниз-наверх. Вниз-наверх. Они должны быть расслаблены, то есть вы не должны это выполнять. Вы должны отпустить шею, повернуть подбородок до плеча, отпустить шею. И таких мы делаем 8 раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Остаемся в упоре. Теперь мы выполняем движение поступательное. Мы к себе волной накатываем подбородок в себя, вытягиваем наверх, не задирая голову, пока не наклоняем. И вперед, сильно, сильно, сильно. Опять зачерпываем в себя и вперед. И все это с дыханием. Вдохнули и выдохнули вперед. Вдохнули и выдохнули. Пять. И шесть. И семь. И восемь. И вытянули шею вперед и вращаем. Там раз, два, три. Не в обычном положении, а именно в вытянутом положении. Шея вытянута. А раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И последнее упражнение. Это мы будем носиком делать восьмерку. Нос у нас ведет, и тогда вы не запутаетесь. Вниз, наверх, вниз, наверх, вниз, наверх. Вниз работает по передней части мышцы. Пять и шесть и семь и восемь и. Вот такие вот простые, но очень эффективные упражнения мы сегодня с вами изучили. Включите их в свою зарядку, и стабилизация шеи вам обеспечена.